И всем здравствуйте, мои дорогие друзья, с вами я, Егор. И сегодня у нас будет обзор на игрушку Гренни. Вернее, на фигурку. Начинаем. И перед началом я вам скажу. Если кто не в курсе, то Гренни — это такая бабушка. Но это такой хоррор. Очень прикольная игра, кстати. Который, ну, вышел еще от компании, так же как и Слендерины. Этот хоррор, там бабушка, которая хочет вас убить. Вам надо открыть дверь и уйти с этого дома. Вот. И начинаем. Вот так вот выглядит Гренни. Вот так вот выглядит ее голова. Вот так вот. С белыми глазами, ртом. И такие вот. Вы спросите, что это? Ну, для тех, кто не знает. Это волосы. Да. Такие волосы и в игре, если что. Потом у нас внизу платье вот такое вот. Это замочек. И пуговички. Вот эта рука с кровавой битой, так по игре, и вот обычная рука. И вот кровь я так сделал, и я сделал в комплекте у Гренни ключик. Ключик, которым надо открывать двери. Если я немного подхрипываю, вы это слышите, то простите. И, кстати, да, кто первый напишет коммент под этим роликом, следующее видео специальное будет такое. Я покажу этот коммент. И это такой как бы выигрыш будет. Ну, я сразу и поставлю лайкус. Круто, ну. И, может быть, что-то отвечу, если захочу. Да, хотя отвечу. И сразу тогда, ну, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Может быть, рассказывайте друзьям. Ну, а с вами был Егор. Всем удачи, всем пока!